Мы сейчас должны равномерно поделить куски льда в каждый стаканчик, чтобы у каждой девушки было поровну. Чтобы у каждой из пары были равные шансы. Я думаю, уже достаточно. У каждой из девушки по 10 кусков льда. И давайте на счет раз, два, три. Давайте. Раз, два, три. Мимо. Есть один. Давайте, давайте, дорогие друзья, поддержим наших конкурсантов. Давайте, громче, громче, громче. Есть. Один, один. Итак, мы заканчиваем наш конкурс. Пожалуйста, мужчины, подходят к тем женщинам, которые помогали в конкурсе. Так как у нас все быстро закончилось, мы попросим народ проголосовать. Пара под номером один. Это девочка в белом свитере и молодой человек в коричневой кофте. Кто считает, что они были лучшими, давайте вместе все похлопаем. Похлопаем, похлопаем. А теперь все вместе похлопаем паре номер два. Дорогие друзья, ну непонятно. Давайте еще раз. Пара номер один. И теперь пара номер два. Дорогие друзья, спасибо вам за участие. Вы были просто молодцы. Спасибо. Вы победили в том, что вы участвовали. А побеждает пара под номером один. Молодцы, молодцы, молодцы.